Строгий костюм, галстук. Семиклассник Тимофей Шмаров, одет с иголочки. Это и понятно, ведь он получает документ государственной важности. Признается, момент волнительный. Долго тренировал роспись, изучал права и обязанности гражданина Российской Федерации. Тимофей мечтает стать градоначальником Санкт-Петербурга и уже обдумывает будущие реформы. Сохранять все фасады исторических зданий. Ну, то есть специально выделить область Петербурга, где нужно вот обязательно сохранить каждый дом. Вот, если где-то, ну, сейчас не функционируют там дома, там, например, дворец в Петергофе есть один, который не в лучшем состоянии, тоже восстановить разрушенные дома. Документы Тимофей подавал лично, но под руководством мамы. Сложностей не возникло. Это можно сделать как через многофункциональные центры, интернет-портал госуслуг или обратиться в миграционную службу. Главное – сроки. Подать заявление нужно не позднее 30 дней со дня рождения. Родина моя, Россия, ты великая Россия, мы дети твои. И вот долгожданный момент. Так же, как и Тимофею, еще семерым ребятам в библиотеке номер один паспорта вручил лично глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Не во все времена так торжественно вручали паспорта. Мы с вами просто приходили в паспортный стол и получали документ. Сейчас считаем, что это событие должно остаться у детей в памяти на всю свою жизнь. Дальше мы будем вклеивать туда новые фотографии, менять паспорта. Не дай бог, что-то потеряете, вам будут новые. Но такой момент в жизни бывает первый раз, когда вы получаете первый паспорт гражданина Российской Федерации. Я вас от всей души с этим поздравляю, ребята. Очень приятно за то, что мой сын получает в такой торжественной обстановке этот паспорт, что не просто действительно как в паспортный стол пришел, расписался и все обыденно, а это запоминать, запомнится и, ну, нет слов. Очень приятно и спасибо большое, что так, ну, что так придумали. За первый месяц лета более 100 ребят в округе получили свой первый паспорт в торжественной обстановке. С документом каждый получает от главы муниципалитета книгу «История государства российского». Ведь для гражданина важно знать не только свои права и обязанности, но и историю государства. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».